Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите? Да-да-да. Сейчас я встану. Сейчас отдаем, я встану. Спина прихватила. Дед, привет. Я встать не могу. Модно, посмотри. Я встать не могу. Хай, Константин, здорово. Спасибо большое. Сейчас ты посмотри. Нет, это самое, не отвлекайте, мне концепцию надо вловить. Концепции нет. Спина прихватила. Я встать не могу. Я встать не могу, помогите! Ёб твою мать, ты поломал мою коробку со спайдерменом. Дед, слушай, ты мне купишь новый такой же? Ты тут поломал вон игрушку мою. Папка замечательного сына. Это что, тебя больше волнует, чем мое здоровье? Конечно, ну, тут в подарок внутри какой-то лежит, ты его поломал. Я блог пишу про этот подарок, ты блог мой, да? У тебя души нет, ты бездушная сволочь, ты душу свою демонам продал. Ты дьявол, ты продал свою душу сатане. Дед умер, помоги деда. Дед умер! Слышишь, так это на том потоке было, когда я пизданулся с хресами. Ты, дубина. Это я упал, нахуй, тут нечего смеяться. Концепция. Спина прихватила. Я встать не могу. Я встать не могу, помогите! Ёб твою мать, ты поломал мою коробку со спайдерменом. Слушай, ты мне купишь новый такой же? Ты тут поломал вон игрушку мою. Это что, тебя больше волнует, чем мое здоровье? Конечно, ну, тут подарок внутри какой-то лежит, ты его поломал. Я блог пишу про этот подарок, ты блог мой, да? У тебя души нет, ты бездушная сволочь, ты! Душу свою демонам продал! Ты дьявол, ты продал свою душу сатане! Дед умер, помоги деда! Дед умер! Дед умер! 9 миллиардов 390. Слышишь, тормозись, бэйби. Ну тут сердечко однозначно валась косу. Ну, я концепции не понял. А как получилось в конце, слышишь, блядь, что типа, ну, дед умер, а дед разговаривает, типа, что за хуйня? Типа, блядь, дед умер, а дед не умер, что за... Отдал свою душу! Смотри. И вот тут начинается, смотри. Дед умер, помоги деда! Дед умер! Дед умер! В смысле, блядь, умер? Как я мог, блядь, умереть и при этом сам про себя говорить, что я умер? Ты дебил? Ты в натуре, ты чем думаешь? Ты чем думаешь? Чем? У тебя там что-то есть? Ты дурак, что ли? А, это типа пена маску надел и стал дедом?